Задолжал государству, жди санкций. Налоговые инспекторы проверили автовладельцев на законопослушность. Совместно с судебными приставами и инспекторами ГИБДД они искали на Егорьевском шоссе жителей, которые уклоняются от уплаты налогов. У вас числится задолженность по налогу на имущество, по шатуре, пене за имущество. Не своевременно произвели оплату. То есть я квитанцию вам могу распечатать. Здравствуйте. И будем ждать вашей оплаты. 6 месяцев на то, чтобы заплатить государству по счетам. Такой срок дают налогоплательщикам, которые задолжали скромную сумму. Уложиться в него предстоит Ачиру Адьянову. На нем висит долг в 5000 рублей. Я только на работу устроился, буквально 1,5 месяца. И вот сейчас зарплату получу 10 октября и выплачу. Все будет нормально, хорошо. Все будет не очень хорошо, если налогоплательщик затянет с оплатой долга. Его сумма начнет расти, начислятся пени, а самого должника привлекут к административной ответственности. Еще строже закон поступает с теми, кто накопил десятки тысяч рублей долга. Если у него задолженность выше 30 тысяч, мы передаем документы судебным приставам и запрещаем выезжать налогоплательщику за границу. На этот раз не было повода применить эту крайнюю меру. Большинство автовладельцев вовремя платят государству по счетам. Лишь несколько человек имеют незначительные задолженности. Чаще всего плательщики затягивают с оплатой транспортного и земельного налогов. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.